Глава Владивостока Константин Шестаков и мэр Муданьцзяна Джан Годзунь подписали меморандум о дружественных обменах и сотрудничестве между городами. Документ подразумевает совместную работу в торгово-экономической сфере, в науке, технике, туризме, образовании, культуре и спорте. Для нас город Муданьцзян, город Суфэнхэ, город Дунин – это партнеры, друзья, давние соратники. Поэтому вопросы экономики, приграничного сотрудничества, вопросы гуманитарных связей – это наша постоянная работа. И слава Богу, что сейчас есть возможность очных встреч. И я убежден, что при таких тесных контактах у нас есть возможность в ближайшее время получить практический результат. Также одним из вопросов, которым мэры Владивостока и Муданьцзяна готовы решить уже в этом году, могло бы стать возобновление авиасообщения между городами. Чисто теоретически я убежден, что в текущем году возможность организовать прямой рейс, который бы связал Муданьцзян и Владивосток хотя бы раз в две недели или раз в неделю, организовать точно возможно. Подписание меморандума стало итогом визита в мэрию Владивостока большой делегации Китая. В ее составе были мэры еще двух важных для Приморья городов КНР – Суйфэньхэ и Дунина. Главы, а также специалисты администрации Владивостока и другие представители китайской делегации пришли к единому мнению – в развитии сотрудничества важную роль может сыграть введение безвизовых обменов. Анна Дьякова, новости на Восьмом.